Всем привет, дорогие друзья, вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах и более ни о чем. Обязательно подпишитесь на канал, обязательно ваш лайк и, конечно же, ваш комментарий после просмотра этого видосика тоже приветствуется. Также не забудьте, что в описании видео есть интересные ссылочки на телеграм-канал, но новостной и чат, где вы сможете задать вопрос и очень оперативно, в большинстве случаев своих, получить ответ. Ну а мы сегодня, дорогие друзья, вот о чем. Я хочу вас познакомить с лучшей программой для работы с часами, вот именно с такими, да. Эта программа называется ADB App Control. Вот она, дорогие друзья, отличнейшая программа. Скачать и установить вы ее сможете, пройдя по ссылке в описании. А данная программа прекрасно работает с Galaxy Watch 6, Watch 5, Watch 4, с часами на Wear OS и с часами Huawei Watch 4, Watch 4 Pro, Watch 3 и Watch 3 Pro. Именно прошечки и вотчи, не GT. Обязательно запомните это. Часы GT с данной программкой не работают, к сожалению. Программка эта платная, но и даже бесплатной версии вполне хватит для того, чтобы сделать все то, о чем сегодня я буду в этом видосике говорить. Что значит? Первое, это мы с вами к данной программке научимся подключаться. Потом, дорогие друзья, мы рассмотрим ее возможности. Ну и, естественно, я покажу о том, как подключаться к таким часам, как Huawei Watch 4, Watch 4 Pro, Watch 3, Watch 3 Pro. Там немножко подключаться по-другому, чем здесь с Galaxy и с часами на Wear OS. И также установочка на них, немножко приложений конкретно, немножко другая. Поэтому смотрите вниз, тайм-коды, и там увидите, как подключаться раз и как установить приложение. А все остальные, так скажем, прелести данной программы я буду показывать только на часах Galaxy Watch 6, что одинаково как для Galaxy, как для Wear OS, так и для Huawei. Так, дорогие друзья, ну теперь к подключению. Для того, чтобы нам данные часики подключить к этой программке, нам нужно с вами, чтобы наши часы и наш с вами ноутбук были в одной Wi-Fi сети. Когда мы это все с вами сделали, подключили к одной Wi-Fi сети, идем в настройки часов. Идем в самый низ, о Galaxy Watch. Здесь нам нужен такой пункт, там сведения о ПО и версия ПО, нажимаем несколько раз. Когда появилась вторая строка, выходим отсюда в основное меню. Еще раз, и у нас появились параметры разработчика. В параметрах разработчика мы с вами включаем отладку по ADB, соглашаемся. Дальше идем чуть ниже и беспроводная отладка, мы ее включаем. У нас появляется вот такой значочек, даем согласие, нажимаем галочку, так как еще не раз будем подключаться к данным часам с помощью данной программы. Далее нажимаем подключить новое устройство. Теперь у нас всплывает, как сами видите, код подключения по сети Wi-Fi, дальше IP-шничек и порт. Мы с вами уже на нашей программке ADB App Control нажимаем вот этот значок в виде знака бесконечности. Здесь вводим код, далее вводим IP-адрес, если он не появился, и потом уже порт. Нажимаем сопряжение. Как видите, устройство успешно сопряжено. Теперь сразу подключить. Все. Теперь что значит мы с вами делаем? Вот сюда вводим и еще раз порт, только уже вот этот вот. У нас появился другой порт, как вы видите, вот здесь. 45251. Я его беру и ввожу. И нажимаю значок Wi-Fi. Все, подключение наше удалось. Здесь у нас должен появиться значочек. У меня, значит, по какой-то причине он не появился. С чем это связано, не знаю в этот раз. Но появился зато он здесь, где он и должен, в принципе, тоже всегда быть. Первое подключение попросит у вас установку приложения для того, чтобы значки все, которые у вас есть на часах, отображались. Вот именно иконки хорошо отображались в данном приложении. И вы понимали, где и что, какой значок, чтобы вам не читать названия и сверять их. На часах Huawei, когда будет подключение, и просить также будет первый раз установку приложения, вы откажитесь, потому что она не установится. По одной простой причине, которую я объясню
позже, когда буду говорить о том, как подсоединять часы Huawei. Переходим к возможностям программы. Ну, во-первых, мы с вами можем удалить здесь системные программы. Какие вы хотите. Ну, допустим, в России не работает Samsung Pay или Samsung Wallet, если у нас стоит, поэтому вы его можете легко здесь удалить. Ну, как это делается? Все очень просто. Выбрали приложуху любую. Допустим, Samsung монитор здоровья. Если вы им не пользуетесь, либо у вас стоит кастомная версия, и у вас не работает версия по умолчанию, которая стоит. Поэтому зачем он нужен? Мы его с вами берем и нажимаем удалить. Вот так. Смотрите, что покажет. Удаление, там мы соглашаемся, да. Далее соглашаемся, чтобы у нас осталась резервная копия. Обязательно, на всякий случай. Все, приложение удалилось. И если мы посмотрим удаленный, как видите, они у меня здесь все. Просто восстановить, нажали, выбрали, отметили, нажали восстановить. Либо выбрали все. Вот если у вас не будет включенная, вернее, купленная программа, то сразу все вы установить не сможете, а по отдельности только. Далее, здесь можно не просто их удалять, а можно просто отключить. Причем это можно сделать, нажав правую кнопку мыши, нажали. Здесь, смотрите, копировать имя приложения есть, копировать имя пакета. Здесь же можно дать разрешение. Здесь же можно очистить данные, либо сохранить, либо удалить, или просто отключить. И если вы его отключите, то оно у вас появится, естественно, в отключено. Если вы его сохраните, то оно будет вот в этой вот папочке. Нажали эту папочку. Пожалуйста, дальше. Довланг. И вот здесь все ваши вот сохраненные приложения, так же, как у меня. Это касаемо удалений. Системных или сторонних. Неважно как. Дальше. Установка любых приложений в АПК или АПКС. Нажимаете вот эту вот клавишу «Установить». Дальше, допустим, «Добавить приложение», где, если оно у вас здесь есть, в моем случае у меня просто ничего нет, поэтому... А вот есть информер у меня. Нажал я его «Установить», открыл, дальше отметил «Здесь» и нажал «Установить». Также любое другое приложение, которое добавите вы сюда для установки, будет потом отображаться. Если вы не хотите, чтобы оно у вас отображалось, нажали и нажали удалить. Удаляется, пожалуйста. Дальше, вот она еще папка, где у нас сохраненные все приложения есть. Нажали, папка Install, вот она. Это что мы, папка установки. Далее, дорогие друзья. Что еще может это приложение? Если оно у вас куплено, то устанавливать может группой. Если у вас есть подписочка купленная. Также и удаление системных или сторонних тоже происходит кучей. Как видите, у меня есть и игрушки всякие, Яндекс.Музыка и все-все-все-все. Это все я установил именно с помощью данной программулинки. Что еще у нас? Есть инструменты следующие, значит, это какие? Вот, нажали мы инструменты, и у нас здесь появляется, видите, вот, такой вот, вот такая вот вещь, как разрешение экрана. Допустим, если вы устанавливаете MirPay и еще какие-то приложения, иногда там надо будет уменьшать экран. Вот обратите внимание на экран сейчас часов. Видите, DPI экрана равно 340 в данном случае формата вот Galaxy Watch 4 Classic 47 мм. Я хочу, допустим, изменить на 200. Прописываю 200 и нажимаю «Применить». Обратите внимание на значочки сейчас. Сейчас погас экран. Это всегда происходит, когда вы меняете экран DPI. Но когда мы открываем меню, значочки уменьшились. Видите? Это изменение DPI экрана. Больше делать нельзя, меньше можно. Можно и 150 я делал. Самое малое я делал, по-моему, соточку. Дальше. Хотите вернуть обратно, нажали «Сброс». И, видите, циферки поменялись и нажали «Применить». Сейчас произойдет то же самое. Все, без проблем. Видите, сейчас открываю. Все. Все на месте у нас. Далее, здесь можно сделать скриншот. Это актуально будет для часов Huawei. У них нет автоматики для того, чтобы сделать скриншот, допустим, как на Galaxy. На Galaxy это делается легко. Вы нажимаете две кнопочки вот здесь сразу в раз. И у вас готов скриншотик. Он автоматически передается на смартфон. Далее, есть еще командная строка. Командная строка, вот здесь консоль. Здесь это актуально для
часов Huawei. Но также можно кое-какие штучки-дрючки, если у вас есть или найдете тему по командам для часов Galaxy, пожалуйста, для часов Navir OS, можете также применять и здесь. Это я покажу уже, когда буду говорить о подключении часов Huawei. Вот основные все вещи я вам показал. Здесь же вы можете все сохранить. Вот, допустим, сторонние выбрали все. Да, вот ваши сторонние выбрали все. Нажали сохранить. Все. Вот сохранить. Все, у вас все сохранится, будет в этой папочке. Вы потом все это легко можете восстановить. Кастомные, не кастомные, неважно. Далее, что у нас еще есть? Какие возможности? Давать разрешение, как я уже говорил. Допустим, сейчас Samsung Navir OS 4, да, и Samsung в частности, запретили, допустим, давать разрешение приложений, чтобы они были поверх всех окон. Этого разрешения нет. С помощью данной программы вы можете это разрешение дать. Это разрешение нужно для некоторых приложений. Ну, такие какие-нибудь лаунчеры, если вы будете устанавливать и тому подобное. Просто легко можно здесь это сделать. Также, дорогие друзья, в инструментах можно сделать даже запись. Вот управление экраном вашего устройства, допустим. Ну, для этого надо будет установить скрипт один. А вот этот вот скрипт берете, устанавливаете, сначала его скачиваете, потом вы его находите, устанавливаете, и у вас будет даже запись экрана. Сможете легко записывать, что происходит на часах на ваших. Тоже вещь такая интересная, прикольная. Я это иногда практикую. Так, ну а теперь давайте подключение часов Huawei. Как это происходит? Ну и установка тоже приложений. Так, дорогие друзья, в моем случае это Huawei Watch 3. Что мы, значит, здесь делаем? Сначала мы с вами идем в настройки. В настройки идем, находим с вами экран, нам нужен экран, настройки, вот экран и яркость. Здесь с вами идем, видите, активный экран, включаем его на 20 минут. Это необходимо, потому что когда гаснет экран на часах Huawei, тогда отключается Wi-Fi на них автоматически. Поэтому мы с вами включаем вот именно вот эту вот штучку потом, раз, чтобы экранчик наш не гас. Также обязательно мы с вами включаем Wi-Fi. Теперь идем в настройки, только уже идем в самый низ. Здесь в самом низу мы с вами открываем сведения. И нам нужно с вами вот это вот, Harmony OS. Нажимаем на Huawei Watch 4 чуть по-другому, но в принципе все понятно будет вам там. Теперь выходим в основное меню, и у нас появились также параметры разработчика. В параметрах разработчика мы с вами идем и включаем вот эту вот отладку по HDS. Да, здесь написано, мы ее включили. Все, окей. Дальше. Wi-Fi, отладка по Wi-Fi включили. Если у вас не показывает IP-шничек, еще раз выключили, еще раз включили. Все, у нас показался IP-шник и порт, который нам теперь, в принципе-то, не нужен. Автоматически у вас также здесь, как вы видели в начале, будут пятерочки все. Мы их сразу прописываем. Это 4 пятерки. 1, 2, 3, 4. Здесь прописываем IP-шничек. В моем случае это 14. Когда вы ввели все значения, нажимаем вот этот значочек Wi-Fi. И обратите внимание на наши часики. Опс. Всплыл. Видите, у нас такое разрешение нужно дать. Нажали галочку и дали вот разрешение. Ок. Все. Когда разрешение дали, теперь у нас будет сейчас часики сопряжаться с нашей программкой IDB App Control. Все, прогрузилось. Теперь у вас появится загрузка вот этого вот приложения. Он будет просить установить. У меня оно стоит, поэтому у меня уже как бы, ну, не будет просить. Хотя, может быть, сейчас, когда прогрузится, и будет просить. Вы, значит, что делаете? Не даете ее установить, потому что это бесполезно. Сперва кое-что нам с вами нужно будет сделать. В описании видео также, где вы будете скачивать программку, пройдете, там будут команды вот эти вот. ADB, вот эту команду нам нужно отключить блокировку, установку приложений с неизвестных источников. Для этого мы с вами вот заходим вот сюда, понимаете, вот сюда, не инструменты, консоль. Копируем сюда скопированную команду и нажимаем Enter. Вот,
все, disable, отключилось. Когда сняли ограничения на установку приложений из неизвестных источников, возвращаемся и устанавливаем уже сейчас. Нажали, выделили и нажали установить. В зависимости от того, сколько весит приложение, это может быть долго, может быть быстро. В данном случае оно весит почти 4 мегабайта, так что это должно произойти не так долго. Готово. И обратите внимание на часики. Вот оно всплыло, наша приложуха. Вот, пожалуйста, мы здесь и систему, и все можем узнать о своих часиках. Далее вы также делаете инструменты, работаете, разрешение экрана меняете через консоль, там настроечки, это не то. Включение, системные, все тоже удаляете, что я говорил ранее, если вы не смотрели, обязательно посмотрите. Также вы можете отключать, удалять, сохранять и все остальное, все делать без проблем. Когда вы все сделали со своими часами, обязательно, дорогие друзья, мы с вами обязательно берем и устанавливаем вот эту вот вторую команду. Иначе, когда ваши часы перезагрузятся, они сбросятся. Идем в консоль, нажимаем «Вставляем», нажимаем «Enter». Все, после этого спокойненько отсоединяем наши часики. Опс, от программулинки и отключаем Wi-Fi. Все, готово. Вот такая вот, дорогие друзья, у нас инструкция получилась. Не забывайте, что вы были на канале SmartWatch. Если у вас есть какие-то другие приложухи именно компьютера, с компьютером, который работает, милости просим, пишите в комментариях. Ну, не забывайте про телеграм-канал и все остальное. Спасибо за ваше внимание, до свидания, всего доброго и до новых встреч.